Здравствуйте всем. Расскажу о своей очередной самоделке, назовем ее так, портативный звукосниматель для деки фортепиано. Он был задуман как помощник для слуховой настройки в условиях больших шумов. Даже те, кто темперирует инструмент при помощи настроечных программ, они там фильтруют шумы, все равно обычно чистят унисоны на слух. И вот с этим бывают проблемы в зашумленной среде. Также трудности с настройкой, в том числе и унисонов тех же, возникают при работе в гулких помещениях, в залах без акустической подготовки, храмах, фойе и тому подобных местах. Меня сподвигли на эту разработку несколько случаев из моей небогатой практики, когда довелось настраивать пианино в семьях с 2-3 детьми и без дверей между комнатами. Вот решил попробовать, что можно в таких случаях противопоставить техническим. Идея это элементарно, снять звук с деки пианино и отправить его в наушники-затычки, которые за счет плотных насадок хорошо подавляют эхо и шумы, и в которых не нужно создавать на полезном сигнале высокого звукового давления, опасного для слуха. То есть идея именно не перекричать, а просто отфильтровать шумы и эхо и с нормальной громкостью подать то же самое в уши, что мы в норме слышим при настройке. Сама идея снятия звука стара как мир. Я же пытался учесть именно особенности работы настройщика и сделать аппарат как можно более удобным в обращении. Я для себя сформулировал, что прибор должен, во-первых, работать автономно без блока питания хотя бы в течение часов 5, обладать минимальным количеством вечно путающихся проводов. Здесь у меня наушники предполагаются, тем не менее, проводные. Беспроводные наушники, на первый взгляд, было бы совсем хорошо, но существует дополнительная головная боль по их зарядке, так что тут преимущество беспроводных спорное, особенно учитывая, что устройство, я все-таки планирую, будет использоваться нечасто, и классические проводные затычки и год, и два могут там до поры до времени спокойно пролежать в кармашке сумочки, а вот при случае уж точно не подведут, в отличие от беспроводных. Ну, в-третьих, уже получается, прибор должен быстро и удобно монтироваться на инструменте и демонтироваться с него. Он должен подходить как для пианино, так и для рояля. Должен качественно, то есть без электрических наводок и с сохранением привычного тембра инструмента передавать звуки фортепиано. Ну и, наверное, должен обладать совместимостью с серийно производимыми наушниками, учитывая их различную чувствительность, сопротивление обмоток. По этому поводу в приборе будет предусмотрена единственная регулировка. Это регулировка громкости с диапазоном 40 дБ, я думаю, вполне достаточно, чтобы под разные типы наушников все это работало. Пока что это только проект, еще ничего не готово, но все закуплено, вот тут вот у меня показаны всякие компоненты. Где-то я читал, что с точки зрения частотного отклика, наиболее выгодная точка съема колебаний с деки – это область верхнего края дискнутого штега. Хотя тут никто не мешает поэкспериментировать. В качестве электромеханического преобразователя я выбрал пьезокерамику. Причем вот исходно я рассматривал два варианта компоновки. Один это вот такой в виде коробочки с наушниками, который где-то там на грудном кармане висит. Здесь основная масса сосредоточена, аккумулятор, там, ну, электроника. А тоненьким экранированным кабелем крепится выносной, опять же, малогабаритный датчик. Такой датчик было бы удобно просунуть между чугунной рамой и декой, например. Я вот в качестве прототипа купил головку звукоснимателя электрофона. Так, если будет время и желание поэкспериментировать. Ну, датчик сам по себе хрупкий, да, и плюс появляется лишний кабель, вот этот, 1,5-2 метра. Причем это кабель на низковольтной, низкоуровневой стороне. Сюда будут наводиться и низкочастотные помехи, и радиочастотные помехи. В общем, какой-то такой сомнительный вариант. Оставим его на неопределенное будущее. Вот я склоняюсь больше ко второму варианту компоновки.
Это размещение пьезопластины, пьезодатчика в отдельном корпусе, защищенном и от наводок полностью, и от механических повреждений. А сами колебания будут в коробочку вводиться при помощи такой трости, которая будет расклиниваться между датчиком и декой. Вот принципиальная схема для тех, кто шарит вообще. Ну, кто не шарит, вообще можно научиться. В основе схемы сдвоенный операционный усилитель с полевыми транзисторами на входе AD823. Он подходит для низких напряжений питания и имеет полный размах выходного напряжения от 0 до напряжения питания. Вот это первый вариант с выносным датчиком. Здесь в первом каскаде больше подходит устойчивая к наводкам балансная схема включения операционного усилителя. Ну вот здесь входные сопротивления, они балансируются еще дополнительными сопротивлениями под минимум синфазного сигнала, усиления синфазного сигнала. Ну, это детали такие. Как я говорил, он мне не очень нравится. Ну, эта балансная схема, она подает, скажем так, наводки в районе 50 Гц, там, ну и повыше, но радиочастота она вряд ли раздавит. Это быстродействие операционного усилителя не безграничное. Здесь вот шунтирующие конденсаторы есть, но они только там ослабят, наверное, это излучение FM-станций. А так, высока очень вероятность, что вот на этом длинном кабеле что-то будет наводиться радиочастотно и детектироваться на нелинейных элементах. Короче, не нравится мне этот вариант заранее. Вот второй вариант, у него вот это... Часть такая же, но первый каскад попроще получается. Это однополярная схема. Здесь получается пьезопластина соединена одним своим концом с корпусом, с экранированным, вот с этим, с металлическим. Я спроектировал печатную плату, вот резонит мне ее уже изготовил, которая подходит и под эту схему, и под эту. Первый каскад здесь будет работать с фиксированным усилением. А во втором каскаде будет вот стоять регулятор громкости. Вот, переменничек. Между первым и вторым каскадом это вот есть такое место, самое удобное по согласованию входных и выходных сопротивлений. Вставлен здесь фильтр третьего порядка, фильтр низких частот. Он обрезает все свыше 4 килогерц, то есть лишнее шипение, которое лежит вне спектра частот фортепиано. Вот. Есть у меня партия пьезокерамических пластин, она у меня пылится аж 2011 года. Была в свое время она заказана в Зеленограде. Ну вот, она тут их 100 штук, вот такая таблеточка. Пьезокерамика и посеребренная с обеих сторон. Я их заказывал под резонансное излучение и прием ультразвука на частотах 400 кГц. Там мне нужно было для измерения. Но здесь они будут работать вдали от резонанса в области звуковых частот. Просто как датчики механического давления. Ну или что то же самое, как датчики изменения координаты деки. Здесь вот даже есть приемочное испытание. Вот пьезомодуль указан, 310 пикокулон на ньютон. Ну, это значит, что если мы сдавим эту пластину с усилием 1 ньютон, то на обкладках будет заряд 310 пикокулон. Я померил тестером емкость этого датчика в районе 2 нанофарад, 2000 пикофарады. Да, вот если мы разделим 310 пикокулон на 2000 пикофарад, это примерно будет 0,15 где-то вольт на 1 ньютон давления. Я не знаю, честно говоря, каков порядок усилий с деки будет приходить на датчик. Ну, то есть, если бы 1 ньютон приходил, но это слишком много, то был бы ломовой просто сигнал здесь, 150 милливольт, не меньше. Ну, по факту, я думаю, где-то в единицах, наверное.
грамма, будут там усилия в 100 раз меньше. Ну, где-то, вот, в общем, несколько милливольт стоит априори ждать вот выходной сигнал на этой пластине. Ну, эти два каскада без проблем тут разгонят и стоит в 1000, и в 10 000 раз, если надо будет. Другое дело, с каким отношением сигнал шума это будет в итоге сделано. Здесь шумит вот этот товарищ, тепловой шум резистора для мегаома. Там плотность спектральная 130 нановольт на корень из герц. Но посмотрим. Есть, в общем, способы тут повоевать. Надо с чего-то начинать. Будем собирать. Важно отметить, что в области низких звуковых частот дека колеблется с наибольшей амплитудой. Однако излучает пространство слабо, так как работает в условиях акустического короткого замыкания. Поэтому при съеме звука пьезодатчиком, реагирующим на, именно на амплитуду перемещения деки, звук будет очень басистым. Если его в таком неизменном виде подать в наушники, то это будет, во-первых, и лишнее звуковое давление на бедные уши, во-вторых, и нелинейные искажения, и в-третьих, отвлечение слуха на ненужные в плане настройки частоты. Вот чтобы этого не происходило, в схеме предусмотрен еще спад АЧХ где-то от 120-150 Гц и ниже с крутизной. Вот 12 дБ на октаву, это вот в этой области. Еще второй порядок вот здесь. Вообще есть и третий порядок, еще вот завал АЧХ здесь. Ну, в общем, можно отрегулировать. То есть фактически здесь АЧХ именно оптимизировано с обеих сторон. И по низким частотам, и по высоким отфильтровано, чтобы не шипело. Далее сигнал идет на наушники через разделительные конденсаторы. Тут суммарно 500 микрофарад надо набрать, где-то так. Схема обладает единичным усилением по постоянному току, ну и там фактически каким угодно по переменному току. По постоянному току есть смещение, вот здесь есть делитель напряжения пополам, он делит входное напряжение, то есть напряжение питания ровно пополам и смещает входной каскад так, что и на выходе тоже устанавливается половина напряжения питания, то есть есть запас и на положительные полуволны, и на отрицательные полуволны, вне зависимости от того, там свежезаряженный аккумулятор, либо уже там близок к разряду. Аккумулятор у меня литионный, у него встроенная схема есть, там и защита от перезаряда, защита от глубокого разряда, защита от короткого замыкания, так что вот схема заряда может быть устроена в виде просто одного токоограничительного резистора и будет это все заряжаться от блочка 5-вольтового. Ну вот, компоновочка планируется такая. Корпус такой. Так, внутри будет электроника, аккумулятор. Тут вот место под всякий там регулятор громкости, лампочка, выключатель питания. Отсюда же пойдет где-то метровой длины провод под наушники, потому что стандартная длина наушников 1,20 м, это для клавиатуры фортепиано очень мало. Нужно нарастить эту длину. Я решил разъем здесь не ставить, а сразу вывести кабелечек такой метровой длины. Вот. Ну и самое интересное, вот тут я уже немножко успел выточить, вот как выглядит сама пьезопластина. Толщина 0,75 мм. Вот будет у нее стойка жестко крепится к корпусу внутри. Да, сюда тонкие проводочки будут подпаяны. Совсем волосяной толщины. То есть нижняя обкладка пойдет одним проводочком, верхняя другим. Дальше будет приклеена, как ее, пятки что ли называть. Но это некий упор, куда будет трость упираться, проводящие механические колебания. И эта штука, она тоже будет соединена с корпусом. То есть вот эта обкладка будет заземленная, а та обкладка, с которой заряды будут бегать на вход, она обращена внутрь схемы и будет хорошо там очень заэкранирована. То
И так это вот все будет накрыто. Вот здесь будет единственное отверстие для трости, для подачи механических колебаний вот туда, на датчик. Ну и это два магнитных таких кронштейна, чтобы защелкивать это все на чугунную раму инструмента. Вот примерно так. Ну, это все будет перевернуто, на рояль ставится. Жух, вот самое простое и приятное позади, смонтировал. Это аналог источника сигнала, конденсатор на 2 нанофарады. Это эквивалент регулятора громкости в максимальном усилении. Обошлось без косяков по разводке, все сразу заработало. Сейчас померяем ток потребления, осталось цепь замкнуть амперметром. Раз, два, три, лампочка гори. Так, вот. Меньше 6 миллиампер вся эта схема ест. Емкость аккумулятора 900 миллиампер часов. Если на 6 разделить, будет 150 часов в режиме таком ожидания, что вполне годно. Теперь посмотрим по напряжениям еще, как там все работает по постоянному току. Так. Землю надо взять отсюда. Пинцет в роли выключателя. Ох, чувствую, сейчас что-нибудь в порыве страсти это спалим. Ничего, ничего. Вот. Для начала смотрим напряжение питания. С пинцета мы его смотрим. Так. Вот 3,9 вольта. А на выходе до разделительных конденсаторов ровно половина должна быть. Вот так и есть. Раз по постоянному току схема работает, то и по переменному, я думаю, здесь все в порядке. Вот, кстати, подключил осциллограф на выход. Что-то только я ничего не вижу. Контакта нет. Контакт. Контакту нету. О, появился. Вот выходной сигнал. Здесь амплитуда 0,5 вольта в клетке. Цена деления. Жуткие наводки сетевые видны, но это так и должно быть. Схема-то голая, не экранированная. Входной импеданс высокий. Любой чихана чувствует. Я подношу палец к горячему концу источника сигнала, просто подношу, не касаясь. Вот видно, что эти сетевые наводки увеличиваются, значит, все работает. Теперь надо это все запихнуть в корпус и дальше уже смотреть полезным сигналом. Все, кроме пьезодатчика, собрано, подключено. Чик. Здесь вот будет аккумулятор жить. Все, осталось смонтировать изопластину и собрать. Вот, магнитные кронштейны тоже стоят. Разъем для подзарядки. Вот, резистор, диод на всякий случай, если полярность перепутает кто-то. Попробуем онлайн припаяться. Главное здесь не извозюкать в припое. Так.
Теперь паяем проводничок. Готово. Это был один. Еще нам на другой стороне то же самое сделать. Опять облуживаем. Рядышком желательно. Там у нас поплавилось. Ничего. В детстве руки не тряслись совсем. Вот. Все, теперь в потоке бензина обезжиривать будем. Канифоль чем удобно, она хрупкая, она иголочка сейчас поскоблим, она отскочит. Но остатки жиров уже смоем бензином. Все, до скорого. Подготовлены ответные детали. Здесь сделаны выемки. И там тоже проточено, чтобы эти капельки припоя не упирались в плоскость, не мешали склеиванию, чтобы эпоксидка выдавливалась по максимуму из зазора. Ну, уже проверил прилегание нормально. Сейчас будем клеить. Подсоединил вот эта вот заземленная штука. Сейчас прекрасно чувствуется микрофонный эффект. Вот это слышу в наушниках сейчас. Но тут тем более. Посмотрим, как на деке будут работать. И, кстати, даже с открытой крышкой 50 Гц я не слышу. Сейчас еще закроем. Вот полностью готовое устройство после всех работ над ошибками. Так выглядит трость. Такой домкратик с переменной высотой, который передает усилие с деки на датчик. Бросается в глаза вот этот груз, он необходим для полноценной передачи всего спектра частот. Я когда первый раз включал прибор, еще груза не было, сразу заметил, что явно дисбаланс есть между верхами и басами. То есть баса там вообще никакого не было, только высокие обертоны в этих толстых струнах.
Это при всем при том, что громкость дисконта настолько большая, что там в ухе зудит щекотно, а по басам нули какие-то. Ну, так пораскинул мозгами, понял, что это от ненадежной фиксации. Вот эти магнитные кронштейны визуально вроде бы надежно все фиксируют на чугунной раме, и оторвать-то сложно руками, но на уровне микродвижений, там вот этих микронных, десятки микрон, с которыми колеблется дека, вся эта конструкция гуляет, возможно, и деформации корпуса идут. В общем, нужно было подпереть. Вначале я молотком подпер, сразу появился эффект, появился полноценный бас, и сигнал вырос по амплитуде, но вот впоследствии добавил груз. Из свинца он был бы компактнее раза в полтора, но уж не до жиру сделал из железяки. После этой доработки стало понятно, что сигналы там просто дикие по напряжению. Я изначально раз в 100 ошибался в своих оценках по этому поводу. Сигнал с выходного датчика пришлось не то что усилить, а его даже пришлось ослабить. Вот так выглядела проектная схема. Первый каскад усиления 11 и второй каскад с усилением вплоть до сотни. Вот так выглядит по факту то, что осталось. Ну, это в рамках той печатной платы, которая была создана. Здесь усиление единица, но даже при усилении 1 была высокая вероятность перегрузки этого каскада. Выходной сигнал с датчика без всяких доработок в режиме фортиссимо доходил в амплитуде до 2 вольт, даже 2,5 вольт. Поэтому, чтобы ни при каких условиях не произошло перегрузки, я еще добавил конденсатор сюда, увеличил в 5 раз входную емкость и, значит, в 5 раз уменьшил амплитуду сигнала на входе. Соотношение сигнал-шум здесь какое-то страшное получается. Оно даже при умеренной громкости децибел 100, а в режиме фортиссимо и все 120 будут. Так что вот что значит хорошо сделанный пьезодатчик и грамотное подведение усилий с деки. Помехоустойчивая схема, я даже не знаю, как ее охарактеризовать. Вообще там ничего не слышно, тишина абсолютная. Можно подносить сотовый телефон, вообще по барабану. Ничего он не ловит в плане помех. Вот этот фильтр низких частот тоже не нужен, там никакого шипения нет и в помине. Ну вот как можно было бы более рационально использовать эти два операционных усилителя в одном корпусе. Здесь вот в таком варианте он только дополнительный шум вносит, повторитель. Логичнее было бы вот этот каскад с регулировкой громкости сразу в начале поставить, а дальше сигнал повторить вот этим освободившимся усилителем, повторить по напряжению и в параллелях соединить, чтобы увеличить максимальный отдаваемый ток в нагрузку, то есть максимальную выходную мощность, что для наушников было бы полезно. Ну, в общем, как есть. Еще плату я менять не стал, естественно. И напоследок поговорим еще вот о чем. Прибор сам классный, но это все не имеет смысла без наушников, потому что именно наушники обеспечивают подавление внешнего шума и защиту вашего слуха. Три варианта здесь я вижу. Первый – это купить затычки американской фирмы Etymotic. Там до 40 дБ подавление. Арматурная там серия у них есть. Загуглите, если кому интересно. У меня такие были лет 10 назад, но они сгнили уже. След простыл. Сейчас они стоят 150 баксов. Ну, так прилично, да, по стоимости. И плюс доставка из Штатов, это придется какие-то обходные пути искать. Раза в два более бюджетный вариант – это купить, ну, довольно дешевые затычки. Вот этот за 2000 я купил. И на сэкономленные деньги заказать себе изготовление индивидуальных насадок по форме вашего левого слухового канала и правого слухового канала. Такая услуга в крупных городах доступна. Это, я считаю, был бы, наверное, самый хороший вариант из-за того, что они плотно прилегают к стенкам уха. Это получается максимальная изоляция, ну и плюс удобство ношения, несколько там часов работы, я думаю, это будет комфортно просто работать. И
Самый экономный вариант – это те же наушники и заказать к ним трехлепестковые, именно трехлепестковые насадки. Это вот будет по уровню шумоизоляции очень похоже на Этимотик. Я уже пробовал просто, и ощущения очень похожие. Тишина такая получается. Вот, комплект за 500 рублей. Все остальное меня здесь не интересует, кроме вот этой пары трехлепестковых насадок. На этом, пожалуй, и все. Демонстрация будет в следующем выпуске. Буду темперировать. И еще для интереса запишу какую-нибудь вещицу. Просто с целью показать само качество звукосъема. Звук там специфический получается. Но это и понятно. Все-таки звук с колеблющейся деки. Где-то близко к штегам, там, к струнам. Это совсем не то, что мы слышим после окрашивание звука корпусом и вообще излучение его через воздух. В этом плане это интересно будет сделать. А так, благодарю за внимание. Все будет чики-пики. Бай.